Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. Мы продолжаем играть в игру Zombie Road Trip. А давайте выберем машинку. Машинку мы сегодня будем играть за желтенькую, за мустангом. А давайте его выберем. Поехали. И сегодня, я надеюсь, мы, ребятушки, все-таки приобретем гаджет. Гаджет, который я вот мечтаю уже на протяжении уже 10 роликов. Это я шучу, конечно. Меньше. Купить птичку. Что она там будет давать, не знаю. Стоит она дофигище. 2000 стоит. Ой, а мы вообще ничего не заработали, смотри. Ё-моё. Ну там немножко надо заработать, совсем чуть-чуть. Поэтому будем стараться пройти. Опа, есть. Да ё-моё, ты чего, машинка? Сейчас зомбаки тебя схватят. Так, а ну-ка давай, нормально все. О, давай. Есть, вторая база. Сейчас мы будем зарабатывать. Ух ты, по 2 или по 4 коинса. Опа, давай, есть лотерейный билетик мы с вами сбили. Хорошо, итого у нас уже 30 монет. Так, а чё ж я не встал на колеса? Чё ускорение не включилось-то? Ладно. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, нифига себе. Я не ожидал такого. Лазер особо ничего не дает. Просто гаджет вонючий. Дофига стоящий. 3000 монет, я не знаю, за что вообще, за что... 3000 монет. Все, сожрали меня. 55 монет я заработал. Давайте крутанем один лотерейный билетик. Может, полтишок, если выпадет, вообще мне повезет. Нет, 25. 25, нормально вообще. Давайте другую машинку берем. Мамонта. Возьмем мамонта. Поедем, ребята, на мамонте. О, подожди, а в смысле у меня монет нету? А, нет, нормально все, господи. Ой, что-то я... перенервничал. Нормально. Так, тихо. Не надо меня кушать, ребятушки. Ой, сейчас сожрут. Сейчас сожрут меня, ребята. Опа, ускоряшка. Может, ускоряшка меня спасет. Когда же там уже новая база будет, ребята? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, сейчас мы сделаем так вот. Оп, и ускоримся. Все, вторая база меня спасла. Да, хорошо. Нам нужно полтишочек заработать. Так, лотерейный билетик, вонючий. Да что ж ты мне не попадаешься? Есть! Взяли мы, сбили лотерейный билетик. Опа. Ой, хорошо. Все. Ускоряшка есть. Едем дальше. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Вы мне очень поможете, ребятушки. Если ты не подписан, пожалуйста, подпишись на канал. Это очень поможет продвижению моего канала. Тебе не сложно, а мне очень приятно. Потому что я стараюсь, записываю ролики эти. Ой, чтобы вам было интересно смотреть, я как бы стараюсь. Вот, сейчас мы заработаем денежек немножко, и мы гаджет откроем. О-хо-хо-хо-хо, смотри, прикинь меня, как подпрыгнуло. О, сейчас я еще раз так вот сделаю подпрыгашку, и у нас супер взлет будет. Да, как раз мне на гаджет хватит, ребята. А хватит на гаджет, мы сейчас купим вот этот новенький гаджет с этой самой... нифига я встал, как хорошо. Ладно, мы не заработали ускорение, но зато что-то мы открыли. Ух ты, еще раз. Мне нужно еще один лотерейный билетик сейчас найти. Где-нибудь. Как тебе мутант? О, мутант, вот это говорю. Ну, мутант, мамонт вообще на самом деле. Так, все, мы продвигаемся дальше. О, вот эти вот. Этих чуваков сейчас постреляем. Есть. Вообще, надо бы по-хорошему оружие покупать. Ладно, знаешь, как поступим? Я покупаю гаджет новый. И потом мы будем, ребятушки, копить. Если и не на машинку, то обязательно на оружие. Больше гаджетов я покупать пока не буду. Пока я буду покупать новые машинки. Самое интересное. Ну, мне больше всего мамонт, конечно, это нравится. Он вообще тащит. Я всегда почему-то на мамонте самым больше зарабатываю денег. 370 монет, нормально? Может, даже пятихаточку мы заработаем. О, нифига меня как подкрутило. На ножки встаем. Все, и ускорение мы с вами, ребята, заработали. Ой, как хорошо. На тебе, гад.
зомбаки. Вообще, зомбаки, я люблю зомбаков убивать. У меня, кстати, очень много игр именно чисто про зомбаков. У меня Welking Zombie 2. Я играл в игрушку, самая первая игрушка на моем канале. Я ее проходил. Можешь посмотреть. Кстати, игрушку я полностью не прошел. Можно еще, кстати, ее проходить. Ну, а особо кто-то ничего не смотрели эту игрушку, поэтому я что-то и перестал играть. Хотя можно даже продолжить как-нибудь. Через месяц я, наверное, буду начинать ее снимать еще раз. Все-таки хочется мне, ребята, пройти игру. Welking Zombie, прогулки зомби. Вторая часть. Пройти я ее хочу до конца, конечно же. Так, ладно. Смотрим. Давай, крутимся, крутимся. Есть, на ножки встали. Все, ускорение. Ускорение у нас, ребята. Ну, не ахти какое, но все равно. Все равно есть ускорение. Все, мы заработали официально уже на гаджет. У нас уже больше 500 монет. Гаджет мы, ребятушки, заработали наконец-то. Надо стрелять, побольше стрелять, постоянно стрелять. Потому что за стрельбу нам дают деньги. А то, что мы избиваем, вообще деньги не дают. Кстати, вот смотри, вот я сбил. А, нет, пятерочку дали. Вот просто так совпало. Ой, нет! Как взорвался я. Как нехорошо. Ой, зомбари, зомбари меня съели. Ладно. Так, 4 спиннера. Давайте мы покрутим. Ой, посмотрим, что заработаем. Так, соточку. Ух ты, сотку. Уже мы отыграли все эти свои лотерейные билетики соточкой. Так, полтишок, отлично. Давайте еще крутанем. Что-то я слабо крутанул. Так, 25, ладно. Еще один у нас есть спиннер. О, это сам лотерейный билетик. Давайте посмотрим. Полтишок, отлично, хорошо. Почти что 3000. Давайте посмотрим гаджет. Вот, наконец-то, вот этот гаджет я, ребята, хотел купить. Давайте его. Так, давайте вот этот, значит, снимаем, а этот ставим. Все. Поехали. Давайте посмотрим, что вообще это дает. А где этот гаджет? Что-то я его не вижу. Где эта птичка, которая должна была быть? Так. Ну вот понятно. А где гаджет? Алло. Не понял. Никакой птички я не вижу. Ну, ты видишь вообще, где этот гаджет? Как он применяется? Мы же его одели. Он должен... Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, птичка появится на супер ускорении? Я что-то понять не могу. Ничего себе, она стоила сколько. Сколько дофига денег она стоила, ребята. 2000. 2000 это много. На самом деле. Так, вот это я сейчас... О, щелкнул. Так, тихо. Падать здесь нельзя. Зомбари опять бегут. Ёлки-палки, вы мне дайте проверить-то гаджет. Вонючки! Вонючки съели меня. Продаю, не хочу. Я хочу этот поиграть. Так, давай другую машинку выберем. Желтую. И посмотрим гаджет. Одет у нас гаджет? Да. Что он вообще дает? Бирд? Это птица. Он старт. Ага. Ладно. Старт с птицей. Ну, что-то я никакую птицу не вижу. Вы, ребята, видите птицу? Я нет. Нифига не было никакой птицы. Какой еще старт с птицей? Ну, то, что это птичка, которая лотерейные билетики носит, это не то. Что-то я не пойму. Где старт с птицей? Нету никакой птицы. Обманули, что ли, короче? Или что, я не пойму. О, я вообще тогда расстроюсь. Такие вот я гаджеты купил. И ничего нету. Ничего, ребята, нету. Нету этой птицы, которая меня там должна подбрасывать. Ладно. Сейчас я сделаю так вот еще. Вот так вот еще сделаю. А-а-а, не получилось. Ё-моё! Еще нужно встать на колесах. Ну где птица? Никакой не вижу птицы. Офигеть, просто обмануть такая. Гаджет не работает. Зачем тогда его было продавать? Я бы лучше купил бы машинку какую-нибудь, ребятушки. Ну все.
Я больше никаких гаджетов не буду покупать. Нафиг надо. Только машинки покупаю. И оружие. Оружие тоже пока не буду. Вот автомат есть. Вот с автоматом пока я буду ездить. Никаких птичек я не вижу. Написано было «Птица при старте». Нету никакой при старте птицы. Ладно. Это ускоряшка она и была. Может, типа ускоряшку улучшили или нет? Хотя навряд ли. Ладно, будем новую тачку покупать. Там интересная тачка смешная, называется индюшатина. Вот индюк. Такой едет зажаренный индюк. Ух ты, ускорение есть. Хорошо. Сейчас я посмотрю. А, нет. Нифига не пойму, где эта птичка. Ладно. Все, уже не будем про эту птичку разговаривать. Разговоры вести. Нету, да нету. Опа, хорошо стали. Еще раз сейчас перевернусь. Побольше. О, есть лотерейный билетик. Еще раз перевернусь. Вот я и взорвался, ребята. А, сожрали меня зомбари. Да, непонятный гаджет какой-то вообще. 1207 монет, ребятушки, у нас сейчас. Давайте покрутим спиннер. О, спасибо, 500-очку я выиграл, представляешь. Короче, спиннер нужно всегда играть. Вау, 100-очку, вот все. Я больше спиннера не буду продавать билеты. Будем играть в них всегда. Ой, прям хорошо, 2000 мы заработали, представляешь. 2000, и у нас есть машинки, которые мы можем открыть. А вот за 1500. А, вот Туркия, мы ее откроем, ребятушки. Давайте купим. Отлично. У нас новая тачка, называется Туркия. Ну, это... Ну, Туркия это переводится как индюк. Индюк. Ну, а с индюком мы и поиграем, ребятушки, обязательно в следующей серии. Так что обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А, ставьте также лайк. И, ну, ты подписался, да, лайк поставил. И комментарий какой-нибудь напиши. Передай привет. Всем пока.